В феврале этого года в Магадане автомобилист на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 66-летнюю жительницу областного центра. Женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в областную больницу. Магаданка не выжила. Госавтоинспекция просит и водителей, и пешеходов неукоснительно следовать правилам дорожного движения. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Рекомендует водителям, приближаясь к перекресткам и пешеходным переходам, быть предельно внимательными и осторожными, заблаговременно снижать скорость, чтобы убедиться, что на проезжей части нет людей, учитывать погодные и метеорологические условия. В яркую солнечную погоду полноценно оценить дорожную ситуацию становится сложнее. Ухудшается видимость предметов и различных силуэтов. Из-за ослепляющих лучей солнца бывает сложно различать сигналы светофора. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция напоминает, что пешеходный переход не гарантирует безопасность. Прежде чем переходить проезжую часть, пешеходу нужно убедиться в безопасности своего движения, отмечают специалисты. Человек должен быть уверен, что водители предоставляют ему преимущества. Также нужно оценить расстояние до машины, которая приближается. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости на одежде нужно иметь световозвращающие элементы, утверждают сотрудники госавтоинспекции. Кроме того, они рекомендуют пешеходам прекратить разговор по телефону и снять наушники при пересечении проезжей части.